Всем доброго времени суток, очередного бандероль из Китая. Так, распечатываем. И видим очередную партию воздушных шариков. Сайт, на котором покупал GearBest. Так, вот такой вот пингвин. Вот такой вот робот. И с фильма «Губка Боб» вот такой этот, не помню, как он называется, Патрик. За эти три шарика заплатил $1.5. Добирались сюда 4 недели. Ссылку приложу в описании. Кому интересно, заказываем. На этом все. Всем спасибо. Пока.